Кровь я сдаю не впервые. Как себя отношусь положительно. И считаю, что все граждане должны добровольно сдавать кровь, потому что она является необходимой тем людям, которые попадают в тяжелые жизненные ситуации. Ну, у вас были такие случаи, что вот вы сдавали кровь, и ваша кровь пригодилась? Были такие случаи? Да, такие случаи были. Это было в армии, когда я проходил срочную службу на Северном Кавказе. Когда с нашей бригадой ребята попали в засаду, и срочно находилась в реальной крови. Тогда те, кто были рядом, они являлись донорами, потому что доставка данных граждан не была возможна. Ну, расскажите поподробнее, что для вас лично донорство и вообще вот эта акция? Эту акцию весь личный мой состав добровольно пришел сюда, и они в нерабочее время, не без акции, сами ходят сюда, сдают, являются донорами. Кто-то является уже заслуженным донором России. Ну, вы считаете, как часто нужно проводить такие акции? Я считаю, что такие акции надо проводить чаще для того, чтобы довести до населения, что это возможно, что никаких сложностей в этом нет, все это доступно, только нужно желание прийти сюда, а дальше тут уже все скажут, возможно это или невозможно. Угу. Все.